Взрывы, стрельба и операции по перехвату преступников. На поле стадиона «Уральский трубник» силовики демонстрируют свою работу. На глазах у публики задерживают террористов и достают пострадавшего из автомобиля. Кроме того, здесь горожане могут попробовать себя в роли сотрудника силовых структур. К примеру, можно потушить пожар. Алена Пинчук с сыном Виталием в восторге от такого мероприятия. Ну, было очень интересно, да? Да. Страшно интересно? Не-не. Ты пожара не испугался? Не. На фестивале служба дни и ночи, какой только техники нет. Бронированные машины, пожарные автомобили, специальные лодки. Первоуральцы с интересом рассматривают и оружие, представленное на выставке. Пулеметы, гранатометы и разные военные установки. Впечатление море, конечно, для детей вообще это познавательно, интересно очень. Это нужно детям знать, как бы все, как проходит служба у солдат, как, какие подразделения работают у нас в городе, в области, в России. Мне больше тут понравилось БТР. По душе детям приходится и другой транспорт. Сотрудники конной полиции катают малышей на служебных лошадях, которые тоже участвуют в показательных выступлениях. На стадионе можно получить и бесплатную консультацию. Например, за стойкой военкомата будущие призывники могут узнать о прохождении службы, а судебные приставы проводят акцию «Узнай свой долг». Сегодня она традиционно проводится, эта акция. Мы ее проводили в торговых центрах и местах, значит, проведения массовых мероприятий. И на этой акции граждане могут узнать как о своей задолженности, так и о способах погашения данной задолженности. Сейчас в Первоуральском гарнизоне несут службу более 1500 сотрудников различных силовых ведомств. У каждой структуры есть свой профессиональный праздник, но нет одного общего. Поэтому было решено организовать фестиваль «Служба дни и ночи», рассказывает главный полицейский Первоуральска Олег Грехов. Мы совместно, плечом к плечу, без корпоративного, скажем так, элемента соревнования, да, то есть могли действительно горожанам показать, как их охраняют, чем их охраняют, чем мы гордимся внутри. Никакой корпоративной тайны, практически все показали здесь, включая вручение погон. Кроме того, лучших сотрудников силовых структур награждают медалями отличия и грамотами. 10-й отряд Федеральной противопожарной службы. Организаторы планируют сделать праздник силовых структур традиционным. Будут проводить его ежегодно. С каждым разом, делая мероприятие еще интересней. Ксения Иноземцева, Руслан Гаскаров, Интера ТВ.